Всем привет! Сегодня я не в рабочем и в рабочем доме. Вот, а потому что мы сегодня едем в Краснодар закупаться материалом. Вот, и нужно сделать замеры. Хотя, в принципе, у нас есть техпаспорт, в котором все указано, но я ему не доверяю. Так, 3,20. Довольно-таки это здоровый размер. Здоровый? Запомни, да, 3,20. Ага, давай я лучше записываю. Записывай, да. Мы хотим напольное покрытие. 3,20 ровно 5. Ну, записывай 5,10. 3,30 на 5,10. 5-10. И вторая комната. 5-10, да. Так, и вторая комната также 3,30 на 3,70. На 3,70. Смотри, а если мы сейчас сюда возьмем? Ага. А потом сюда будем брать, оттенки не будут отличаться? Могут отличаться. Что делать? Сразу везде будем брать? Ну давай тогда будем брать по техпаспорту, сейчас я сверю. Так нам надо принести вот эту комнату и ту брать. Ну да. А, подожди, и маленькую комнату. И маленькую, тогда по техпаспорту будем. А ты с собой его взял? У меня фотография есть. Ага. Вот. Там все размеры указаны, поэтому... Ну, в принципе, окно еще извини, пожалуйста. А, окно. Да, записывай, потому что одна створка будет сколько, сейчас тебе скажу. Так, окно. Давай. Одна створка у нас идет. Так. 60? Так. 60. Да. И вторая. Сейчас неудобно. Мы уже в Краснодаре, у нас здесь намного теплее. Приехали в Леруа Мерлен. Видите, как уже подразделись. Здесь намного теплее, градусов, наверное, на 5. Да все, я смотрю, раздеваются. Да. Ветерок, но небольшой. Ну, сейчас температура, наверное, так плюс 18 примерно. Нормально. Сейчас пойдем все дружно в Леруа. Ты все взяла из машины? Да, сейчас я куртку возьму. Давай, куртку бери, все. Вот. Кататься, да, Дамир? Скажи, по приколу. Скажи, даже сына раздели. Еще знаешь, что? А надо? Потому что жара, чтобы не потеть. А у меня нет другой куртки. Ну, по крайней мере, да ты оставь куртку, куда ты сейчас? Мы же сейчас в Леруа пойдем. Тебя нам будут мешать там. Нет, уж как я без куртки пойду. Ну а я бы тут два шага пройти. А, мы сейчас сходим в этот в магнит не, сначала. Не, сейчас она остынет, пока мы будем ходить. Ну давай, налью в бутылку тогда. Унитаз был выбирать. Это Рушан, можешь пристегнуть его? Я так буду спокойней. Я так не могу даже... Давай вытащим. Глаз это. Ну, куда-то посмотреть, короче. Опа. Вот так, сейчас на тебя. Коляска все-таки высокая. Да, в любую коляску нужно пристегиваться. Как бы тебе, Дамир, это нравилось или не нравилось? Так. Вот так. Чик. Вот так, чик. И все. Да нет, ты есть арестован. Папа, скажи, ты издеваешься? Че там папа делает, сынок? Все. А вот здесь смотри, как ты это. Нормально. Нормально? Папа, да? Нормально. Че у нас? Унитаз? Выбор унитаза. Унитаз. Ну, мы, в принципе, унитаз сегодня выбрали. Да, мы вперед пойдем, он хочет тебе это, чтобы... На тебя смотреть. Мы его уже выбрали, но, по-моему, не здесь, на той стороне, нет? А, нет, на этой стороне. На той стороне эти, как, которые на стенке висят. А, все понятно. Просто что-то я его не лицезрею. Угу. Я тоже. Выбрали. Так, я знаю по ценнику, он был 12, 1012. Это не он? Вот, по-моему, он.
вот. 12 500. Это вот. Да, коп, санита, люкс. Это вот. Угу. Уже проверенный. Да, проверенный. У мамы такой, у Кристины такой. Очень удобный унитаз. Бежать хочешь, сыночка? Да, место 13. Да, вот он. Вот здорово. Смотри, где папа. Смотри, папа что берет. Смотри, сынок. А может, ты попросишь кого-нибудь, Руш? Ты что, в меня не веришь? Нет, я в тебя верю, просто зачем лишний раз? А его еще нужно будет проверить, чтобы он там нигде не битый был. А он захотя упакованный, не знаю. Я думаю, мы сбросим условия. Можете после оплаты, там просто удобнее, там кто осмотрит, есть потом чем все это заклеить. Если вдруг что-то не так, к любому кассиру обращайтесь, нам звонят, мы вам другой. Но осмотреть нужно обязательно. Угу. Хорошо, спасибо. Да. Коляска полегче будет? Конечно. Так, мы приехали за ламинатом. У вас 33-й. Красивый цвет. Ты хочешь бетон или дерево, чтобы было? А где бетон? Вот смотри, вот бетон. Да, неплохо. Вот. А, ну это как бы нет, это и дерево тоже. Это видишь? Дуб, да. Дуб. И вот светлый. Ну, это, да. Видели, здесь видны стыки. А здесь сделано, как не видны стыки. Ага. Мне такой не нравится очень. Да, мне вот этот первый больше нравится, если честно. Давай еще пройдемся, давай посмотрим. Ну, вот этот классный. Вот смотри. А это какой? Сейчас, подожди. Ты можешь это, свою тележку бросить, а вот я свою коляску не могу. Это какой? Это который первый? Вот, да. Ну, красивый, слушай. Постой с Дамиром, пожалуйста. Серые такие. Подержи его. Кожи, да? Да. А здесь швы тоже замазываются вот так? Нет. Вот? А, это так это и есть вот такие швы, да? Корки, он такой остается. А он не будет скользкий для деток? Нет, ты чё? Как это? А, бывает такой, как структурный, нет? Вот он структурный. Это структурный? Да. Глянцевый, вот, потрогай глянцевый. Где? Соседний. Вот этот? А, кстати, да, вот этот глянцевый, ага. Угу. Вот этот хороший, мне нравится. И вот, кстати, эти сразу для них, да? Ну, только широкие. А, нам не пойдут широкие? Нет, нам только широкие, не вот такие. И вот такие нам не пойдут. Угу. Но вот этот тоже неплохой. Это хороший этот. Ну, мы же плинтус потом можем подобрать, правильно? Плинтус после обоев делается. Ну, да. Угу. Давай глянем. Смотри, тоже вот этот красивый, да? Вот этот бетон, да? Да. Но тут мне, если честно, больше как-то нравится. Вот, смотри, тоже под бетон. Вот, да. Угу. Да, каких только нету. Это плитка, стой. Это точно? Нет, это все плитка. А, это плита ПВХ вроде бы. Да, ПВХ, плитки ПВХ. Что это значит? Я просто не знаю. Это значит идеально, идеально ровный пол был, мне плитка нравится. Это вот. Но он такой как прорезиненный, да, и да. С него вообще хорошо пол мыть. То же самое линолеум. А.
И смысл тогда? Почему должен быть идеально ровный пол? Ага. А тут ламинат часто мочить нельзя, да? Вот я все думаю по поводу полов. Как я полы буду мыть? Мы не настолько, допустим, знаешь, там это что имеется в виду, нельзя часто мочить. Протереть влажную уборку можно сделать. Каждый день? Да. Вот этим моющим пылесосом, допустим, можно сделать. Угу. Нельзя это... И в ванной, допустим, его нельзя. Где, допустим, влага, да? Влажность, да. Если что-то ты пролила, вот, нужно сразу вытереть. Вот ламинат. Угу. А это все ПВХ, ПВХ. А где ламинат тогда? А вот следующий ламинат пошел. На той стороне? Да. Ну пошли, мы уже прошли здесь. А вот смотри, видишь, вот у меня тоже все это ламинат. Где? А, это плитка ПВХ. Паркетная доска. Вон он ламинат. Вон он ламинат. Написано. А и вот здесь вот все ламинат. А вот вам и ценники все, кому интересно. Только не темный, умоляю. Пол сам будешь мыть. А? Пол будешь сам мыть. Только не темный, говорю, прошу тебя. Темный я не хочу. Не, я темный тоже не хочу. Я просто тебе покажу. Смотри, вот, кстати, вот, вот видишь, с фаской, куда консилей смотрится, чем, допустим, вот с сплошняком. Мне сплошняком не тоже не нравится. Как будто линолеум, да, реально? Да, да. Да. А это тут что-то нету, да, того, который мы смотрели там в начале? Они, скорее всего, здесь. Ага. Вот с фаской прямо. Но это такой не очень цвет. Рыжий. Что, давай на том определимся? Да долго не будем ходить. Давай вообще пройдемся. А то мы, блин, с тобой как это, в тот раз ходили, смотрели и так ничего не купили. Вот с такими, с фасками мне интереснее. Я, если честно, очень давно не ложил ламинат. А смотри, вот эти, класс 32, класс 32, 698 квадратный метр, класс 33, уже прочнее. Надо поинтересоваться, в чем разница. У нас довольно-таки большая площадь получится. Мы, короче, сейчас походим. Выберем, потом покажем, что мы выбрали из того, что просто... Вот ламинат же, вот. Да, да, да. Ага. Сейчас я посмотрю по поводу класса, вот в чем отличие. Класс, класс там, разница. Короче, ориентироваться нужно только вот по этим домикам. То, что вот здесь, это ассортимент трех магазинов, поэтому смотреть смысла нету. Сейчас будем ходить и смотреть здесь. Вот что по домикам есть. Так, купили унитаз. Набрал я здесь все по электрике, автоматы и тому подобное. Также заказали ламинат. 62 квадрата. По 1098 рублей за квадратный метр. Плюс еще подложка. Сейчас пойдем уже на кассу. Сейчас только жену найду, куда она делась. Мы уже в отделе рулонных штор. Выбрали вот такие шторы. Белые. Это по типу, как у нас были на кухне. Короче говоря, они вот света вообще не пропускают. Вот с одной стороны они такие, типа это, прорезиненные, светоотражающие. А с другой стороны вот такая часть. Но взяли белые. Вот. Угу. Почему они не сделали? Так, а я тебе сейчас скажу. Вот 06718 стоит, а вот 1266. Что-то я пока. Вот 1266. Вот, а на 60 718. И 824. Нет. 1266. Все. Подожди, а сколько я тебе говорил размер? 96, да? Второй. 96. Да, значит метровый. Будем обрезать. 98 и 60. Да, будем обрезать 2 сантиметра. Ну, может быть, подойдет. Все, поехали. Мне прям так жарко. Я тоже разделась. Открываем, смотрим. Все ли целое? Ну, здесь вроде все упаковано. Самое главное, потрогать.
сынок, сиди, пожалуйста. Ну как это поймешь? Вроде целое все. Ну надеемся, все будет хорошо. А там вот, которая вот эта вот сама штука целая? Да, это целая. Ты что кричишь, во весь магазин нельзя так себя вести? Это очень некрасиво, да, Мир? Сидушку давай откроем, потому что сидушка как раз таки она хрупкая. Мне кажется, она так хорошо упакована, что она вряд ли. Тихо, мы сейчас поедем в магазин. А вдруг? За памперсами. Мне кажется, сидушка-то нормальная. Так, а ты чей номер телефона дал по поводу этого ламината? Твой. Ага, за сказать сообщение, да, придет? Да, сообщение придет. А вон скотчем это прилепи, да и все. Она будет держаться. Не нравится. Мы только что гуляли. Мы только что гуляли на ручках, да, Мир? Ой, ты что делаешь?